О правилах перевозки опасных грузов мы поговорим с главным экспертом управления контроля на автомобильном транспорте Комитета транспорта Куанышем Ермухановым. Он уже в студии. Куаныш, ну скажите, пожалуйста, есть какие-то требования при перевозке нефтепродуктов? Требования у нас установлены правилами перевозки опасных грузов. В частности, требования и предъявляются как бы и перевозчикам, и водителям. Если взять перевозчиком, перевозчик должен организовать сопровождение перевозимого опасного груза в случаях необходимости, должен оборудовать автотранспортное средство режиме, устройством регистрации режима трудового отдыха водителей, обеспечить предрейсовое прохождение медосмотра водителя, как и к автотранспортному средству, получается, и должно быть оборудовано опознавательными знаками, что он перевозит опасный груз, а для водителя должно быть непрерывный стаж не менее 3 лет в этой категории. И свидетельство о допуске перевозки опасного груза. Это основные требования для перевозки опасного груза, в том числе и нефтепродуктов, которые должен соблюдать перевозчик. А разрешено ли проезжать подобным цистернам, наполненным топливом, по городу? При перевозке опасного груза должен выбирать маршрут наименее безопасный маршрут. Для перевозки, получается, по городу надо согласованный маршрут с органами дорожной полиции. И если он может осуществлять перевозку по городу, соответственно, у него есть какое-то разрешение соответствующих компетентных органов. Ясно. Ну, будем надеяться. Спасибо вам за комментарии.